делаешь? У меня свои планы. А ты? Ты мне больше не нужен. Liberty City был потрясен сегодняшним преступлением. Утром полиция и служба спасения напряженно работали над устранением чрезвычайной ситуации, вызванной нападением на полицейский конвой. У нас пока нет никаких сведений ни о том, кого сегодня перевозили, ни о том, какая группировка ответственна за это дерзкое нападение. Как обычно, ранним утром полицейский конвой покинул участок, чтобы перевести заключенных в городскую тюрьму. Нападение произошло на мосту Каллахан. Большинство свидетелей погибли при взрыве, который сильно повредил мост. Полиция полагает, что при взрыве могли погибнуть некоторые заключенные. Также полиция считает, что это нападение, несомненно, дело рук профессионалов. Выяснение личности сбежавших преступников усложнено из-за хакеров, повредивших базу данных полиции. Из-за этой катастрофы район Портленда оказался изолирован от города, так как прокладка тоннеля Портер еще не завершена. Давай уже открывай! Мистер Гандон! Я тебя спокойно могу пристрелить. Вы еще пожалеете об этом. Ладно, хорош, проваливайте. Я знаю одно место на углу квартала Красных Фонарей, где мы сможем залечь. Но у меня проблема с руками, так что садись ты за руль, брат. Вот это место! Давай зайдем внутрь и переоденемся. Я знаю одного парня с большими связями. Его зовут Луиджи. Я с ним раньше работал, так что, возможно, он на тебе работенку подкинет. Давай же, поехали. Это клуб Луиджи. Погнали, зайдем с черного входа. А вот здесь, чувак, а я пойду и потолкую с Луиджи.
Поприветствуйте Эйтбола, дамочки. У Эйтбола кое-какие дела наверху. Сделай мне одолжение. Одно из моих девиц — нужно прокатиться, так что бери тачку, забери Мисти у клиники и привези ее сюда. И запомни, никто не лапает моих девок. Так что держи руки на баранке. Если не провалишь это дело, может, найдется и другая работенка. А теперь пошел отсюда. Луиджи велел передать тебе это. Так что вот, держи. На улицах появился новый наркотик под названием спанк. Какой-то умник впаривает эту дрянь моим девкам в Портлендской гавани. Иди и впарь битой по его роже. Затем возьми его тачку и перекрась ее. Я требую возмещения морального ущерба.
твоя кома, что мне оставалось делать? Эй, мне нужно поговорить с тобой. Ладно, Мик, я позже с тобой закончу. Как поживаешь, парень? Джоу Леоне, сын Дона, хочет поразвлечься со своей девчонкой Мисти. Сгоняй за ней в Хелберн Фест, но будь осторожен. Это территория дьяволов. Затем отвези ее в гараж на Трентоне и поживее. Джоуи не из тех, кто привык ждать. Запомни, это твой шанс. И советую смотреть на дорогу, а не на месте. Работаешь на Луиджи, да? Наконец-то он нашел водилу, которому мы можем доверять. Опять по мне соскучилась? Я подойду через минуту, заводная моя. Привет, я Джоуи. Луиджи сказал, что ты надежный парень, так что заходи позже. И, возможно, работем. Ладно?